Братья и сестры, вновь хочу сказать слава Богу нашему, что мы на этом месте. Вы знаете, для начала своей, так бы сказать, рассказа стихотворения, я хотел бы прочитать одно место Писания. Это Исаия, 45 глава и 18 стих. Братья, если есть возможность, прошу высветить, чтобы мы все могли эти слова запомнить. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Он образовал ее для жительства. И в подтверждение этого мы читаем, «Я Господь, и нет иного». Братья и сестры, всем нам известно, братья, мы сегодня уже сказали, последняя суббота брата на этом месте для жительства и первая в этом году. И я хочу повторить одно стихотворение, которое несколько лет тому написал для моего друга, который тоже уезжал в ту же местность, где и брат Валентин с семьей. Пожелание другу. Наш друг и брат уезжает. Наш друг и брат уезжает. На жительство в Теннесси от нас. И на прощание мы желаем, чтоб ты был мудрым всякий час. Совет своих ты служителей, что есть возможно, выполняй. Но перед Ваалом и кумиром своих колен ты не склоняй. Закон Творца превыше всяких законов всех земных властей. И сил тьмы грехом объятой ты не страшись и не робей. Всегда ты памятник творения от всей души и свято чти. И что есть правда, пусть спасенья об этом многим возвести. Тобою будет пережито много волнений и тревог. Но есть у нас одна защита, Отец Небесный, вечный Бог. Он всюду с нами пребывает, в нужде, заботе и беде, и в нужный час нам помогает, когда взываем мы в мольбе. Вот это наше пожелание, чтоб ты мог правильно идти, и скажем все в час расставания, пока счастливого пути. Жди в гости.